Газ нашел. Все. У жителей села Точильное Смоленского района праздник. Наконец-то появился газ. Голубое топливо подвели по программе догазификации к 55 домам. На уголь и дрова у сельских жителей уходило порядка 20-25 тысяч в год. Стоимость газа почти в два раза дешевле. Мы конкретно, соседи у нас кто подключил. Все убирают печки, делают отдельные котельные. Водопровод в доме, тепло в доме. Ничем не хуже, чем в городе. Не было в проекте меня. И до забора мне не довели. Мужчину заверили, что топливо дойдет и до его дома в следующем году. К слову, общее количество домовладений, где планируется подвести топливо, 315. Вот только домов в Точильном в два раза больше. Второй этап. Будем газифицировать заречную часть. И там как раз вот эта вторая половина должна быть газифицирована до конца следующего года. Кстати, если газ жители подводят бесплатно, то газовое оборудование люди покупают за свой счет. Но льготники могут рассчитывать на компенсации. В ближайшее время депутаты алтайского парламента разработают соответствующий закон. Необходимо набор оборудования, значит, котел, счетчик, газоанализатор. Со всеми разводками, установками и прочим сейчас уже можно уложиться там 100 тысяч рублей. Из которых либо 50 тысяч компенсируют, либо 75, либо полностью под ноль. В Алтайском крае в настоящее время газифицировано 140 населенных пунктов в 86 муниципальных образованиях. Довести газ до каждого жителя, по нашим оценкам, требуется примерно газифицировать 103 тысячи домовладений или квартир. То есть к сегодняшним 137 добавить 103. Сделать это рассчитывают к концу следующего года. Кстати, участие в программе дегазификации носит заявительный характер. Виктор Томенко отметил неактивность жителей. Заявку подали всего 1000 человек. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.